Привет, дорогой зритель канала «Правильный выбор». В этом выпуске я расскажу о лучших моделях смартфонов до 40 тысяч рублей в 2024 году. На первой позиции моего рейтинга разместился Honor 90. На российском рынке он появился осенью, а сейчас только-только заскочил в ценовой сегмент до 40 тысяч рублей. Аппаратная основа этого девайса – чипсет Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition с графикой Adreno 644. В ускоренной версии среднебюджетного восьмиядерника тактовая частота на 100 МГц больше, чем в базовой. Какой-никакой, а плюс к производительности гаджета. Отдельной медальки заслуживает AMOLED-дисплей. Частотой 120 Гц уже никого не удивишь, зато у Honor 90 отличные антибликовые свойства. И рекордное разрешение для этого топа и для всего сегмента в целом – 1200×2664. В блоках тыловых камер, которые, по мнению свихнувшихся маркетологов Honor, напоминают сменяющиеся фазы Луны, скрывается основной модуль с сенсором 200 Мп. Широкоуголка на 12 Мп и 2-мегапиксельный датчик глубины. Естественно, в полном разрешении снимать никакого смысла нет. Но ближе к делу, камеры явно не топовые, но для среднего сегмента приличные. Да, цифровая стабилизация может быть хороша при съемке видео, но для статичных фото хотелось бы чего-то более оптического, а его нет. И зум тоже цифровой, к 50-мегапиксельной фронталке претензий нет. Отсутствие слота под карту памяти и разъема 3,5 мм уже дело привычное, но немного удивляет отсутствие стереодинамиков. Звук качественный, не спорю, но моно. Впрочем, если не считать парочку не очень серьезных недостатков, смарт получился вполне достойным. Подойдет и для игр, и для коммуникации, и для серфинга, и для всего остального. Своих денег он явно стоит. Не забудь пройти по ссылкам в описании под видео, когда найдешь тот самый смартфон. Тем более тебя там ждет еще и приятный бонус в виде уникального скидочного промокода для выгодных покупок. Вторую позицию занял Tecno Phantom X2 5G стоимостью порядка 36 тысяч рублей. У этого смарта еще более производительный чипсет, чем у Honor 90 с первого места. Dimensity 9000 от MediaTek с графикой Mali-G 710. Проц уровня Snapdragon 8 Gen 1. Phantom вполне мог бы стать лидером гонки, если бы не несколько «но». Разрешение экрана и пиковая яркость у него пониже, чем у Honor. Есть оптическая стабилизация, но цветопередача хромает и селфи-камера похуже. Нет поддержки Wi-Fi 6. В плюсы запишу повышенную емкость батареи, более 5100 мАч. Закаленное защитное стекло Gorilla Glass Victus, поддержку Bluetooth 5.3. Хотя нет, аккумулятор вычеркну, емкость хоть и выше среднего, но на автономности гаджета это никак не сказывается. В целом же приличный смартфон со стильным футуристическим дизайном и отличной производительностью. Но юзать его можно только в чехле, так и норовит выскользнуть из руки и удрать на волю в пампасы. Третье место досталось модели 13 Lite от Xiaomi. В магазинах ее можно найти по цене в районе 36 тысяч рублей. Этот гаджет легче и компактнее большинства современных смартфонов. Толщина его 7,23 мм, а вес около 170 граммов. Продуманная эргономика и качественное исполнение. Держать 13 Lite в руке не только удобно, но и тактильно приятно. Экран яркий, хоть и небольшой, 6,55 дюймов. Зарядка довольно быстрая, емкость батареи 4500 мАч не впечатляет, но автономность на уровне типового смарта день держит. Xiaomi работает на базовой версии Snapdragon 7 Gen 1, то есть тактовая частота проца на 100 МГц меньше, чем у Honor 90 с первого места. Возможностей модели 13 Lite хватает на все повседневные задачи. Работает девайс плавно, без подвисаний и глюков. В игры тоже можно порубиться, но смарт явно не геймерский. Камеры на уровне среднего сегмента. Оптической стабилизации нет, стереодинамиков тоже нет. Несмотря на некоторые недостатки, 13 Lite неплохой вариант для своей ценовой категории. Легкий, компактный, удобный, довольно производительный. Сегодня прям день компактных смартов. На четвертой позиции рейтинга расположился еще более миниатюрный девайс. Модель Nova 11 от Huawei стоимостью около 33 тысяч рублей. Этот гаджет на 2 грамма легче, чем Xiaomi с третьего места, и на 0,03 мм тоньше. Без измерительных приборов эту разницу не заметишь, но факт остается фактом. Дисплей отличный, работает на частоте 120 Гц, но для экономии батареи можно переключиться на 60. Чипсет Snapdragon 778G чуть более тормозной, чем Snapdragon
Snapdragon 7 Gen 1 у Xiaomi. Да и представлен он в слегка урезанной версии, без поддержки 5G. Камеры топовыми не назовешь, но впечатления от них скорее приятные. И не только от оптики, но и от алгоритмов постобработки изображений на базе искусственного интеллекта. Чтобы не выбиваться из компактного формата, инженеры Huawei запихнули в Nova 11 батарейку на 4500 мАч. В то же время видно, что парни хорошо поработали над энергопотреблением своего девайса. Несмотря на небольшую емкость аккумулятора, заряд он держит в течение дня при достаточно интенсивном использовании. Пятое место досталось еще одному детищу Xiaomi – смартфону Poco F5. Обойдется он примерно в 33 тысячи рублей. Тоже неплохой середнячок, но откровенно слабый смартфон в мой рейтинг бы и не попал. Девайс оснащен мощным для своего уровня чипсетом Snapdragon 7 Plus Gen 2 с графикой Adreno 725. Поддерживает свежие стандарты связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6. Заряжается довольно быстро. Если вручную убрать всякие ненужные приблуды и поковыряться в настройках, можно существенно увеличить время автономной работы. Неплохой экран с частотой 120 Гц, относительно неплохие камеры. В целом достойный девайс для своего ценового сегмента. На шестое место я поставил глобальную версию Realme GT Neo 3 стоимостью порядка 30 тысяч рублей. Это явно не тот смарт, который локализован для российского рынка. По большому счету это совсем другая модель. Процессор чуть мощнее, памяти больше, экран шире, зарядка быстрее. Камеры джентльменский набор среднего уровня с основным сенсором Sony IMX766. Быстрая зарядка на 80 Вт. Помнится, до появления глобалки инсайдеры обещали зарядное устройство на 150. Эй, предсказатели, с вас еще 70 Вт. При желании в глобальной версии GT Neo 3 можно найти немало недостатков. Но с учетом цены в 30 тысяч они будут больше напоминать придирки на ровном месте. Так что не буду даже и начинать. Перейду сразу к выводам. За такие деньги смарт просто супер. Хорошая автономность, отличная производительность, плавная работа, быстрая подзарядка. Несколько десятков процентов набирается буквально за считанные минуты. Что еще надо? Да, как по мне, гамма по умолчанию слишком уж кислотная. Цветовой профиль естественный, выглядит более натурально. И на последнее, седьмое место рейтинга я поставил Sony Xperia 10V. В магазинах этот смартфон можно приобрести по цене в районе 31 тысячи рублей. Слабых мест у этого девайса хоть отбавляй. Максимальная частота обновления экрана всего 60 Гц. Камеры посредственные, накопитель всего на 128 ГБ. Чипсет самый слабенький в сегодняшней подборке. Может возникнуть вопрос, что же эта Сонька вообще делает в топе? Отвечаю, это самый компактный и легкий смарт в рейтинге. По сравнению с типовым кирпичом весом около 200 граммов, Xperia 10V кажется пушинкой. Телефон удобно лежит в руке и легко умещается даже в небольшом карманчике. А для многих пользователей компактные размеры – фактор более весомый, чем несколько лишних кадров в секунду в каком-нибудь Genshin Impact. Ну и звук у Соньки хороший, и картинка приличная, и защита от пыли и влаги по стандарту IP68, и Gorilla Glass Victus. В любом случае, Xperia 10V своих фанатов находит и место в рейтинге безусловно заслуживает. Заслуживает, пусть и последнего. На этом, пожалуй, все. Не забудь подписаться на канал «Правильный выбор». Ставь лайк, делись своими мыслями о смартфонах стоимостью до 40 тысяч рублей в комментариях. Заодно загляни в описание под видео. Пройдя по указанным там ссылкам, найдешь приятный бонус в виде уникального скидочного промокода для выгодных покупок и ссылки на все смартфоны из ролика. А теперь пока, до встречи в следующем выпуске.